В этом году мы выбрали такую тему, которая называется «За гранью». Эта тема давно назревала, очень часто нам предлагали ее посетители. Дело в том, вот мы сейчас находимся в экспозиции археологической, это самая популярная экспозиция в музее, и всегда интересовала тема экспонатов, находок и в том числе захоронений. И мы немножечко поднимаем такую табуированную тему. Мы будем изучать ритуалы, инициации в разрезе исторического контекста.